Всем привет, с вами Андрюха ДВП. Наконец-то мне починили инет, и я могу вас порадовать стримчиком линеечки. Вот мой великолепный пак стоит, все бойцы как на подбор, только уровня маленького, а так замечательные ребята. Ребят, я как бы это, все новогодние праздники тут, ну, по-своему пьянствовал, отдыхал, залипал и так далее, поэтому, ну, не совсем подготовил какую-то прям программу воскресную. Здорово, Костян. Здорово. Вот, Костян будет читать ваши вопросики в чате, потому что за эти новогодние дни зрения у меня лучше по-прежнему не стало, читать чат я не могу. Вот, благодаря вашим стараниям я маленько приоделся, потому что меня по-прежнему хотят припкашить, уработать, ушатать. Все, кому не лень, враги, не враги. Вот, но это по-прежнему, видимо, считается достижением убить маленького ДВПшку, пока он не стал большим и злым. А в правом верхнем углу пожертвование, это не потому, что Андрей жадный хотел так, а потому что как, чтобы вы не пришли и дали ему докачаться просто сегодня как бы. А скажи, Андрей, пожалуйста, почему ты сидишь в пальто? Ага! Вот это вот вопрос ниже пояса, ребят, потому что у меня отопление не работает, вот так. У меня по очереди либо интернет, либо отопление. Не было интернета, было отопление. Появился интернет, пропало отопление. Хорошо, наушники Sennheiser хорошие, теплые, уши греют. Потому что когда уши мерзнут, это вообще нервоз. Ну, в принципе... Люди предлагают продлить немножко стрим, пока ты не возьмешь левел. А я возьму левел, ребят, я как бы за, думаю, за оставшиеся там... 15 минут возьму левел, а если нет, то ну в любом случае я задержусь, потому что я же должен с чувством выполненного долга уйти домой, прийти, сказать: «Женушка моя любимая, я 29-й сегодня апнул, она мне даст леща, и на этом все закончится». Ну я думаю, я и так вас не сильно разочаровал своим экспромтом, я как бы не готовился, на бумажках ничего не писал, домашнее задание не делал. Аудитория помладше тебя поддерживает в этом, они тоже домашнюю работу не делают. Кстати говоря... Опа! Грац меня, я хотел сказать, кто там апнулся. Да, 29-й, ребят, вот как никогда подходящее время заслать мне подарки на день рождения. Вот, на полчасика я добро взял, но еще минут 10-15 я докину сверху от себя. То есть сейчас не получится, но минут 45, думаю, да. С учетом, что мне еще там целый список квестов в магазине дали. Я скажу, что очень долго покупал то, что надо в магазине. Да, сори. Два момента. Насчет стрима тебе, Андрей, передали там? Да, да, Дим. А там форс-мажор получился. Там... Не вопрос, претензий никаких нет. Сейчас собираемся на канале Red Squad по вопросу написания своего приватного софта. Но это будет не бот, а это вот будет типа... Sound microphone muted. Microphone activated. Просыпается дочь и первый раз видит, что я вообще играю в линейку. Говорит: папа, а что это за игра? Я говорю: о-о-о. Ты не представляешь, насколько ты сложный вопрос задала. Говорю, это игра... Всем играм игра. А она же там играет во всякие фермы. Ну, 9 лет. Как бы неудивительно. И говорит мне: не-не-не, что-то мне не нравится эта игра. Пап, поставь мне, пожалуйста, Майнкрафт. Ты представляешь, услышать от своей дочери просто: поставь Майнкрафт. Я молча смирился, говорю: не-не-не, так не пойдет. Майнкрафт это ну вообще не для дочери ДВП. Ты что, как я людям в глаза буду смотреть? Я говорю: ну-ка лучше давай я тебе объясню, как вот в эту игру играть. Она говорит: ну давай. Ну объяснил, короче, тыкаешь левой кнопкой, когда люди бегут. Ну пойма, короче, показываю, вот квадратик, видишь, самый нижний человек в пати, зацепас. Говорю, если он куда-то бежит, вот этот типочек ушастый, тыкай два раза на него левой кнопкой. А если он кого-то бьет, тыкай два раза на него правой кнопкой. И раз, заработал. Я пошел уже, завтрак приготовил, там, все как надо. А дочулька справляется, за часик мне там подкачало процентов 10 тоже, ну, меньше. И все, и никакой Майнкрафт не надо. Чувствуется, чья дочь? Я считаю, что это бота-заменитель, я так задумался. Надо бы уже своих быстрее сажать, тогда и кач пойдет, и ассист, и кабанчики будут гибнуть. Не можешь купить драйвера, вырасти.
Да, да, нормальная тема. Это новое слово в линейке. Подумал, это задача каждого мужика. Построить дом, посадить дерево, вырастить драйвера.